В энергетическом колледже города Каспийска 15 июня состоялось расширенное заседание педагогического совета. В нем приняли участие представители попечительского совета и учредители учебного заведения. В начале заседания коллективу был представлен новый директор Закир Алиханов. Далее участники встречи обсуждали вопросы дальнейшего развития колледжа. Учитывая, что в последнее время очень большое внимание уделяется среднему профессиональному образованию на уровне государства, правительства Российской Федерации и Республики Дагестан. Вводятся новые направления, как профессионалитет. Государство очень нуждается в специалистах среднего профессионального образования. И все те направления, которые нужны на сегодняшний день экономике Республики Дагестан, они будут реализовываться и реализовываются у нас в колледже. Отметим, что с текущего года в энергетическом колледже введены новые специальности. Оператор беспилотных летательных аппаратов, системный администратор, а также специальности и профессии по электроэнергетике. Более тесно предполагается работа с нашими потенциальными работодателями и создание учебно-производственного кластера вместе с ними. С 15 июня по 20 августа в колледже проходит приемная кампания, где абитуриенты могут ознакомиться с материально-технической базой, лабораториями, мастерскими, аудиториями, а также познакомиться с преподавателями. Обучение бесплатное, места бюджетные, то есть стипендия, весь социальный пакет, который предполагается студентам, он у нас будет.